Всем салют! Я начинаю свой выпуск с того, что отправляюсь в отпуск дней на 15 в Белоруссию. Но поподробнее расскажу в дороге. Так, ищу свой вагон. Второй. Будем садиться. А у меня второй вагон, я так понимаю, что с хвоста. Теперь мне топать еще, да? Все, нашел свой вагон. Буду садиться. Буду складывать. Добрался до туалетного кабинки. Сейчас буду переодеваться. О, что там столько народу, что не переодеться никак. Все, погнал отдыхать и читать книги. Что, погнал вагон-ресторан? Сюда. Что хочу сказать, сгонял я вагон-ресторан, от меня он 6 вагонов, ценники, конечно, там космос, есть, я пока ничего не стал, но потом, может быть, что-нибудь себе и закажу. Пойду отдыхать, спать, потому что 8 утра это будет, на 2 часа поспать. Все, прибыл я в Ладожский вокзал. Сейчас выдвигаюсь к сеструхе, поеду на автобусе. Такси не стал заказывать, потому что думаю, что, надо прогуляться по Питеру. Все, друзья, добрался я на автобусе до места. Сейчас топаю к дому, где у меня живет сестра. И такими окольными путями. Не там вышел питерский, блин, парень, ё-моё. Вон дом. Сейчас домой кушать, отдыхать. И сегодня у меня по планам нужно будет сгонять по зубным врачам. Пока есть возможность, нужно зуб полечить. Как-то так. Так вот я добрался. Ночью это и было. Не очень хорошо спалось, потому что выспался днем. Вот, тем более в Петрозаводске там. Нужно было передачку отдать. Вот. Потом еще пассажир какой-то пьяный к нам подселился ночью. Было, в общем, весело. Но в купе очень мало места, тем более в двухэтажном вагоне. Как бы люди с вещами пришли и некуда поставить. Хотя я когда садился, были люди, которые были с туристическими такими мешками, с палатками, со всей херней. Я не знаю, даже не представляю, как они, получается, грузились и куда все это укладывали. Вообще без понятия. Получается. Так, друзья, вот я у сеструши уже покушали. Начинаем, приступаем к чаепитию. Как твои дела? Че такая смущашка? Так, друзья, Полинка ушла на учебу. И здесь вот такой шикарный вид из окна. Распростирается над детской площадкой. Вот, сейчас у меня что по планам? В данный момент я, получается, только что купил себе билеты с Питера на Минск. И с Минска уже купил на Радон. У меня сейчас по планам записано на 3 часа делать КТ зубов. Поеду сделаю КТ, это типа снимок полости рта. И после этого мне нужно будет найти хороший стоматолог. Хороших врачей по зубам, чтобы починить зубы, то есть посмотреть, какие проблемы или нет, буду смотреть по отзывам клиники. Была здесь одна клиника, в которой я вырывал зубы у хирурга, и туда же хотел записаться сегодня или завтра, но сказали, уже все занято, поэтому либо в следующий раз, либо в этот. Сказали, что только 22 числа свободно, а так как у меня 21 заселение, я никак не могу
попасть вообще, то есть к врачу. Соответственно, буду принимать какие-то меры, либо искать другие стоматологии, либо вот после уже там, ну, в начале месяца, после уже санатория, как приеду опять в Питер. Как-то так, сейчас буду планировать и выдвигаться к 3 часам на КТ. Скоро когда-нибудь у меня такой же будет. Осталось совсем немножко. Я уже почти на него накопил. В общем, все, вышел я. Сейчас еду делать КТ в какой-то там типа торгового центра. Делаю КТ, и после КТ у меня на 6 часов запланировано поход к зубному. Все-таки нашел стоматологию с более как бы такой неплохой оценкой и, в принципе, нормальная по цене премиума. Все, выдвигаюсь. На все про все у меня сейчас добраться 55 минут. Поеду на автобусе. Ну, прогуляюсь, посмотрю Питер, потому что на такси ездить как-то не очень. Сделал полностью как она КТ, да, называется, челюсти. Отдали мне исследование, и сегодня иду лечить уже зубы. Еще Полинка у меня посмотрит, она же на зубного учится, ей интересно будет. Все, добираюсь я до дома на этой прекрасной ноте, замечательной питерской погоде. Она меня радует, хоть не дождливо и не серо, как обычно бывает. Хочу закончить этот видеоролик, потому что впереди еще много таких типа влоговых роликов. Так как я буду добираться с Питера до Минска, с Минска уже в Радон, и там буду рассказывать вам подробнее, как что со мной происходит.